Водки казахстанского производства закрыт доступ на рынки России и Беларуси. Это несмотря на трехлетнюю дружбу стран Таможенного союза. Эту проблему сегодня обсуждали депутаты на заседании Сената парламента. Дело в том, что для защиты внутреннего рынка россияне ввели так называемый обеспечительный платеж для импортной продукции. Он состоит из трех компонентов – НДС, акцизов и таможенных сборов. Цена вопроса – 420 рублей или 2000 тенге на литр водки. Казахстан же принимает российские фуры с алкогольной продукции без каких-либо дополнительных обложений, как и должно быть между странами таможенного союза. Отечественные производители уже неоднократно обращались к российской стороне и в Евразийскую экономическую комиссию, но никаких действий пока не последовало. Ранее сообщалось, что в России предусматривается ежегодное увеличение акцизов на 20%. Сначала функционирования таможенного союза Казахстан снял все барьеры на ввоз алкогольной продукции из России и Беларуси. Но прошло 3 года, а Россия нам открыла свой рынок не полностью. Еще и ввели обеспечительный платеж. 3/4 платежа – это таможенные пошлины, которых между нами быть не должно.